Для маленькой выдры морозы не страшны. Ее защищает теплая шуба и застекленный уличный вольер. Готовы к зимовке и теплолюбивые тропические животные. Для этих животных предусмотрено не только теплый воздух, но и теплые полы, теплая водичка, подготовленная должным образом еда. Одним словом, для каждого животного сделано так, чтобы все его биологические потребности были удовлетворены. В зоопарке признают, больше посетителей у них летом, но уверяют, и зимой тоже есть на что посмотреть. В холодную пору года животные надевают новые шубки, да и понаблюдать за их повадками будет интересно. Когда такая прекрасная солнечная погода, они, безусловно, ходят по своим уже обширным вольерам. Они с удовольствием кушают, они с удовольствием играют друг с другом. Из всей коллекции не увидеть зимой в зоопарке только сурков и медведей. Они впадают в спячку до весны. Сейчас медведи иногда просыпаются, проверить, не стало ли тепло, но потом вновь укладываются в свои берлоги. А вот лошадям отдохнуть удается только вечером после закрытия. Обитатели этого уголка зоопарка принимают гостей круглый год. Хотя любимчиков среди животных сотрудники не выбирают, символ года всегда удостаивается особого внимания. Уже сейчас запланирован плотный график ипотерапии и занятий конным спортом на грядущий 2014-й. Самый популярный на конюшне – конь Шалахан. Он не только редкой породы, но и показывает цирковые номера. Погладить ламу, которая стала еще пушистее, посмотреть на местных и перелетных птиц и даже дать 5 дружелюбной выдре можно каждый день до 5 часов вечера. Анна Сердюк, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».